Теляба, телябушка, телябушка. Если прямо поедешь, на Курган уедешь, а мы налево едем, на Урал, Стронг. Все, нашел я Дмитрия Кананца с его мобильной группой спорта и отдыха. Урал Стронг. Вот такая вот на входе ждет покрышечка. Расписание, технический перерыв даже есть. Пойдем внутрь, узнаем, что там. Вот такой вот шикарный зальчик у Дмитрия. Не успел я приехать, мне выдали волшебные сандали. И сейчас меня отправят в волшебный душ принять уральскую водичку. Но тут, конечно, инвентарь-то, ого-го, можно целыми днями вкачиваться до потери сознания. Все, что хочешь, тут есть. И где-то еще лежат мои бедбольчики новые. Сейчас находимся у Дмитрия в самом сокровенном, наверное, его месте, его мастерская, его небольшой склад. Ну да, я тут хозяин, тут у меня и ограждение для проведения мероприятий, и оборудование есть в перемешку с тимбилдингом, вот штанги для конкурсов, фермерские чемоданы, полуавтомат, токарный станок небольшой, сверлильный станок, что там, ну этот, господи, вулканит называется. Сварочник у меня полуавтомат, такой есть сварочник, большой пылесос. Вообще ты можешь сделать все, да? Короче, ну я, естественно, сокращаю расходы, делаю все сам. Там компрессор большой спрятан. А вот эти вот так называемые известные челябинские каменные яйца, да? Да, да, эти камнятоса, я, конечно, давно их произвожу, уже больше 17 лет. Все круглое, и начиная от 3 килограмм медболы маленькие до... Самый тяжелый шар, который я делал, он сейчас находится в Омске, 257 килограмм. Это для установления рекорда, его еще никто не поднял. Его до сих пор никто не поднял? Ну как, нужно было поднять на коленки и перекинуть через метр 10, по-моему, если не ошибаюсь. Евгений Марков. Это минимальная высота, да, там идет? Ну, как бы да, определенный стандарт такой. И, ну, это самый тяжелый снаряд в России, это не исключение. То есть я, в принципе, во многие города ребятам отправил шары. Они хорошего качества, не ломаются, редко, когда что-то происходит. Если что-то происходит, я, естественно, обмен произвожу. Гарантия есть. Гарантия есть. Ну, и они переживут меня точно, и будет еще у детей этих силачей, они будут с ними работать. Отлично. Ну, пойдем дальше? Да. Так, это стол для армрестлинга, да? Вытаскивай, да, ребята, есть там рукоморки. Зона тяжелой атлетики плюс стронговское оборудование. Для стронга что идут? Для стронга два бревна, причем одно бревно четко по стандарту, по ширине ручек, по диаметру. Ну, это как бы тренировочные. Дальше камни Атласа, начиная бетонный, он 80 килограмм, 400 миллиметров, потом дальше 456, и вот это уже 500 диаметром, а это уже большие шары, они такого диаметра от 160 и до 250 килограмм. Здесь у нас камни Атласа, вернее, атласболы. Чем они отличаются? Другая текстура, это как бамперные блины, один диаметр, но веса разные. Вот, допустим, 5 килограмм. Да, они как прорезиненные, да, идут? Они из резины полностью. Вот полностью из резины. Преимущество, что их можно бросать, то есть перекидывать через плечо. Вот это классно. Ну и тоже вес, у них делает 30 килограмм до 100. Ну, там специальная болванка заводится, покупается. Рисуется своя технология. Никто в России их больше не делает. Я этим занимаюсь. Многие пробовали, но ничего не получилось. Вот это такая уникальная конструкция, тестовый вариант. Я думал, так это пульта. Это если тренируешься один, закинул шар, тут же на лебедочке опустил вниз, шар выкатил. Ну, как бы, чтобы не рюхаться. Такие тумбы я сделал Максюте Славе в Саратове. Они такие есть комплект. Там у них центр. Там же Евгений Гаврилов, все его знают. Чемпион Арнольд Классик 2019 года. Ну что, здесь у нас тяжелая атлетика, штанги, ось-аполлона, такая серьезная. Ого, вот это серьезный гриф. Цельный, причем он с насечкой даже. Я таких две штуки сделал, отправил Славе Максюте в Саратов. Вес какой у них? Вот чисто, вот это 40 килограмм пустой. 40, в принципе, не так много. Ну, есть пустотелки обычные такие, которые покрытые, они весят меньше. Ну, это как бы а-ля Улю Стронг, пусть Аполлона. Становая тяга на максимум. И сколько максимум идет? Ну, здесь
повешать сколько, сколько можно? Может, сколько, ну, вообще сколько максимально? Пробовали вешать? Не, ну, понятно, что никто не поднял вообще. Ну здесь килограмм 250-300 ставили. Спокойно, да? Да. Здесь у нас тренажерка. Вообще мы находимся в центре ФП World Strong. Мы не замыкаемся на чем-то одном. Там, кстати, колеса, покрышки были для кантовки, для девчонок, для парней. Да, кстати, акцентирую внимание на них. Да. Вот они, эти колесики, не совсем маленькие. Здесь ресепшн. Здесь небольшой нас... бар, да, у тебя? То есть... Ну, небольшой, да, там спортпит, как и обычно. А здесь у нас полноценная тренажерка. Линейка хорошая, бассейновый джил, грузоблочный. В принципе, все есть станки. Блоки сверху, снизу, жимая лапка, выпрямление ног, загибание ног. Лежа, ряд гантелей неразборных, там от 1 кг до 36 кг, при вполне. Три комплекта полтинников для тех, кто силачей хотят, скажем, можно и загрузить нормально. Есть у нас скалодром. Вот, кстати, да, заметил, классная вещь. Да, можно разнообразить. Между делом-то, ага. Хваточку свою. Метров. Сколько? Под 6 метров. Под 6 метров высота. Ну, это МЧК, профессиональный тренировка HD, это и на пресс, и вниз, и МЧК, и спинку качнуть, и пресс разорвать свой определенный. Это грибные тренажеры профессиональные, концепт 2, особенно знает, тоже очень удобный. Мозговыносящие, силовыбирающие, забирающие аэробайки, тоже рекомендую очень сильно. В чем преимущество, что работают не только ноги, но и корпус, и руки. То есть для разогрева хорошо, я так понимаю, да? Разогрева, ну и в комплексе тоже, в крусфит, тоже это хорошо идет. Есть у нас там наверху еще три грибных. Ага, вижу. Как будет экономия места. Дальше здесь у нас игрушка, канаты. Вот они сейчас вот так опускаются. Тоже здесь в крусфите очень много используется канатов. Уметь зажимать ногами, цеплять. Высота здесь позволяет. Здесь у нас зона крусфита пошла. Гири от 4 кг до 40. Медболы от 3 кг до... Вот они, эти красавчики. Разные. Я, да, даже не знаю, где еще мои меня ждут. Я прям жду. Мои там уже... новенькие. Там. Мои новенькие где-то спрятал специально. Ну, бамперные блины. Вот у фирменного Ростромовский. Мы, в принципе, сами... Получается, первые. Вы сами их делаете, да? Да, мы еще 5 лет назад начали выпускать бамперные блины. Сейчас уже в России уже есть и конторы, которые делают. Но мы самые первые начали выпускать блины бамперные. И, собственно, тоже этим продолжаем заниматься. Здесь штанги, штанги. Здесь бамперные блины. Вот. В чем их преимущество, что их можно вот так вот бросать, как бы, на пол. В принципе, и стронги применяет тоже. Ну и, соответственно, вес вот 2,5 килограмма тоже, они тоже могут охранять. Они не убивают покрытие, ну и как бы имеют возможность, дают возможность сбрасывать штангу сверху. Здесь кожаные мидболы есть, и такие, и такие. Здесь десятки, пятнашки, двадцатки. Что здесь еще? Резинки, обматы. Кстати, я один обматик я подарю. Даже не знаешь об этом. Покажу, что это такое. Вот обматы, вот такие штучки, подушки. Специально, чтобы качать пресс. И ставишь у стены и отжиматься кверху ногами, чтобы головой не спекаться. Да, вот не знаю, ты отжимаешь или не отжимаешь. Да, у меня как раз вот парнишка недавно головой воткнулся. Я думаю, что с тобой делать, дорогой? Я сделаю подарок, как раз он приведешь. Сема, тебе привет. Да, обматик подарю. Но это тумбы. От высота 30 сантиметров до метра, тоже это работа своим весом, прыжки, заходы. Здесь у нас... Турничок сверху, да? А, да. Это турники идут сверху. Много. Да, турник это все. Есть турники, ну здесь это низкий женский, здесь повыше, здесь на выходы, кольца гимнастические, потому что все это вытаскивается, то есть отжимания, подтягивания. Допустим, ну покажу, умеешь отжиматься вот это, от колец? В чем, скажу, фишка? На брусьях отжимается все, а вот на кольцах сложнее. Нас... сложнее, потому что честно скажу, ни разу даже не пробовал. Сейчас честно покажу, скажу. Ладно, не раз. Ну, это вот так таким образом выходит и... Мастер-класс от Дмитрия Конца. Ну, можно использовать типинг еще, разные техники. Гораздо сложнее, чем на брусьях отжиматься. Ну, также можно и подтягиваться, тянуть себя, много упражнений. Здесь у нас таймер, доска результатов, когда тренировку. Да, кстати, покали. Сколько раз я ее видел на фото в интернете, и вот теперь я ее вижу живьем. Да, здесь раньше там мелом у нас там писали. Когда сейчас будет теперь свежее? Вчера было, но в понедельник будет. Теперь в понедельник.
тут пишем результаты мальчики, то девочек, потом подводим итоги и, соответственно, награждаем. Иногда это сувениры, иногда поощрения определенные, бонусы. Ну, здесь турники, это выходы все. Выходы на кольцах, вернее, на турниках, на стик-турнику. Там кувалды, здесь надо для колес. Здесь у нас тоже для скалодрома палочка полазить, не знаю, не помню, как называется это. Бэдборд. Еще раз? Бэдборд. Понял. Александра. Александр, очень приятно. Привет вам из Хакасии, с Абакана. Вот такой вот шикарнейший здесь зал у Дмитрия. Ладно, давай потом. Одно дело я увидел в интернете, другое дело я здесь присутствую, где есть... множество рекордов. Рекорды по гребле. По гребле, в залы. Рекорды. Так, у вас 5000 метров это по гребле, да, идет? Пока еще, да. Еще держится пока, да? Пока не сбили. Так, молодежь, надо поднажать. Ну вот, кстати, мы вчера у нас командная работа, вот такие эксклюзивные рюмки заработала команда на тренировке дня. Они придут в понедельник, и мы их наградим. Они еще об этом не знают? Ну, уже результаты есть. Ну, здесь пишется задание, тренировка дня определенная. Вот, вентилятор, колонка активная, врубаем, соответственно, музыка, все это приветствуется. Здесь у нас такое, скажем, мое ноу-хау. Здесь зона для продвинутых ребят, у которых уровень очень хороший, выступает там на России, на Южноуральском, Уральском, скажем, уровне там, Урал-Сибирском. И у них свои бампера, свои штанги, свой таймер, свои кольца, свой турник. И они тем самым не мешают группе новичков. И у них определен такой статус, скажем так, это место, как иномарка. Местная иномарка, то есть их никто не трогает, они свои банды. И вот шутейно их назвал зона продвинутых, да, Бенджамина Ланжеронов, есть такой тренер. Знаменитый итальянец, да, Саш, по-моему, да, там? Американец. Он там. Ну, я как бы шутейно назвал так, что как бы зона Ланжеронов, они тут пашут, колбасятся. Пахари, в общем, да. Здесь работают. Много стоек для приседа, их там 7 штук у нас. Выносные, заносные. А это что, жилеты, да? Да, жилеты. Броники? Или просто усиление? Жилеты, это бронежилет, и есть такие жилеты, есть стиловские. Ну вот, собственно, 5 кути, так что... Берите наш опыт, готовы поделиться. Уже перенимаю. За 3000 километров приехал к вам с Абакана. 2 года я к этому стремился. Благодаря Игорю Зырянову. Большой ему, кстати, привет. Среже. Ну, я хотел бы, конечно, увидеть своих малышей. Свое новое детище, которое твоими руками создано. И пойдем. Которым будем мы сейчас ребятишек моих вкачивать. Ну и я, соответственно, с ними. Что? Вот они. Мои те самые малыши. Разных весов. Да, вот эти большие, да, наверное? 12. Да, большие, 11. Это вот поменьше, вот тройки, четверки это уже. Вот они наши малыши. Новые наши друзья в нашем зале, Кикушини. Преимущество, что их можно работать в стену, в бетон. Они без пустот, они неубиваемые, да, они, скажем, может быть, проигрывают внешне, скажем, китайским таким гламурным, но у них, скажем, их можно только сжечь. Там я не буду долго гореть, если вдруг не будем долго гореть, потому что здесь в составе и крошка, и полиуретановый клей, и еще там несколько компонентов, ну и без пустот. То есть можно работать в стену, в бетон, соответственно, там ничего не проткнет, а воздух никакого не уйдет. Итак, у нас сколько получилось таких? Так, мы будем сейчас калькулировать, считать. В общем, будем мы сейчас калькулировать. Да. И главное, нам будет их загрузить. Я помогу. Вот они, наши медбольщики. От 3 килограмм до 12 килограмм. Общий вес больше 120 килограмм. И вот ради этого я ехал 3000 километров с Хакасии в Челябинск. Теперь в нашем зале будет самый лучший инвентарь от Дмитрия Кананца, Урал Стронг. Он сам их высиживал практически. Boom!
залы, качая ноги, качая плечи. Еще Дмитрий мне хочет сделать какой-то подарок, да, необычный. Презент, это обматик, собственно, для тех, у кого такой пресс, чтобы был свой нужен обмат. Ну, еще для вертикальных отжиманий, стеночки ставят, сыпят ногами, чтобы башкой не стыкаться. И для новичков, беречь голову. Да, да. Для пресса и для головы, и для рук. Спасибо, Дмитрий, огромное. Спасибо тебе большое. Ну что, Хакасия, вздрогнем теперь. Моим бойцам посвящается специальный подарок. И прошу, главный наш лот, это медболы прорезиненные. Нету нигде аналогов. Делает только Дмитрий. Ну да, ура. Это уже реклама пошла.